Купание в водоеме для 11-летнего рассказовца закончилось трагедией. В субботу 12 мая на пруду вблизи улицы Максима Горького утонул несовершеннолетний житель города. Расследованием причин произошедшего занимается Рассказовский межрайонный следственный отдел. В ходе проверки было установлено, что в этот день, около 8 часов вечера, двое несовершеннолетних 2001 года рождения и 2004 года рождения, которые являются братьями родными, пошли на указанный водоем. Мальчик 2001 года рождения, который он зашел в воду, несколько раз нырнул, со слов его брата, и после этого не выплыл. В настоящее время устанавливаются причины смерти и конкретные обстоятельства произошедшего.